И очень хорошо, что все прошло без травм, все нормально стрелялись. Вот. Я очень рад, что сильно вы свой, там, вы даже минимальную информацию, да, но все-таки такую информацию дается там за 3-4 да, там, посылания, аварийные, там, как действовать на гранату. По чуть-чуть, но мы вам старались это все дать. Может быть, где-то кто-то свое лучше, кто-то хуже свое, но все-таки уже что-то для вас должно быть. Вот. Результаты. Первое место. Тимченко Владимир. Тимченко Владимир. Второе место. Борис Алексей. Второе место Бориса. Третье. Чистюк Павел. И третье место Чистюк Павел. Давайте так, было справедливо. А с каким результатом? Первое место с результатом 93. Второе место с результатом 88. И третье место с результатом 87.